Богатый с нищим так и не сроднился, хотя не раз мог видеть горе бедолагу. Все Лазарю ворот, где пир горой, не милость, дань воздуха, земли, воды, где все в усладу. Блистательность застолья может ошарашить отображение свое в зеркальных залах, и что ни день, то кажется, что краше на три вершка на барабанном пузе сала. Но от обеих сцена просталась. Один на лоне где-то с Авраамом, другой Живади просит мокрый палец, язык страданием и пламенем изранен. Но перехода нет, молитв за упокойных, и пропасть между ними столь же глубока. И слышит: ты свои пиры, богатые, припомни, как на тебя тогда крапили свыше облака. А этот нищий болен и несчастный, по полной мерке жаждал, голодал. Ты мог же уделить, пусть крошки, пусть несчастно, избушку выстроить бедняги изо льда. Но все в прошедшем, все в потустороннем. Он как бы видит братьев пятерых, они бездушные друг друга похоронят, их обездоленные будут клясть и материть. Пусть не богат, не столько же застолий, нет блюд ломящихся и вышкаленных слуг, но я могу же выделить хоть столько, сколь сам съедаю, вымолвить то вслух. Разбогател я тысячами несравненных книг и умножал, удваивал тираж. Придет пора и высветит тот миг, как их дарил, чуть не впадая в раж. Урок с богатством, припоминая впрок, успел расширить торжище раздачи. С собой Евангелие завещаю в гроб, и на кресте, и то не переиначить. 26 августа 2010 года.